Щеточные диски – продукт, чрезвычайно востребованный коммунальными службами. Они используются для уборки городских территорий. В Воскресенске недавно открылось предприятие ООО «Трира», которое занимается производством щеток для коммунальной техники. На анализе нашей деятельности мы посмотрели, что самое оптимальное, самое интересное, чем можно заниматься, это вот производство щеточных дисков, то, что вы видите за моей спиной. В прошлом году, в ноябре месяце, мы установили вот два термопласта автомата и экструзионную линию. Новое производство – это рабочие места для местных жителей. В компании «Трира» на сегодняшний день трудоустроены 14 человек. Все они воскресенцы. Жительница микрорайона Навлянский Галина Смирнова работает оператором литейного производства. Она рассказала, как появляется конечный продукт. Раскладываем мы ворс, чтобы ровненько было, чтобы залилась форма ровненько. Вот. И процесс идет. Технологическую оснащенность и перспективы развития предприятия оценил руководитель районной администрации. Вот я пообщался с людьми, которые работают в этом производстве, и они с большим удовлетворением здесь работают. Почему? Во-первых, потому что это рядом с домом. Все люди из нашего города. Здесь хороший уровень заработной платы. Созданы очень хорошие условия, то есть везде чисто, уютно, тепло. И, конечно, это современный подход, который сегодня демонстрирует наш малый бизнес нашего города, нашего района. В ближайших планах компании «Трира» расширение продуктовой линейки. Анна Яшкина, Сергей Емельянов, «Воскресенские вести».